Вы серьезно еще дрыхнете? Час ведь дня. Полин. Полина, сестра, вставай. Ты что трубку не берешь? Коль, вот какого хрена? Вообще не до тебя. Тебе мама звонила. Ты что трубку не берешь? Я услышала и в первый раз. Все, иди отсюда. Ты перезвони, тебя ждет сюрприз. Ой, все, Полин. Ёпрасте, что мне Собачий холод. Надоел. Так, у нас все девочки превратились. Нужно бы заглянуть в книгу. В книгу? Девочки! Девочки, где книга? Я ее не трогала. Видимо, кто-то был в нашей комнате, пока мы ходили спасать Полину. Как же так, блин? Видимо, они нашу магическую защиту пробили. Беда! Ну как ты, Клео? Слава богу, намного лучше. Головная боль прошла. Ой, я так рада, а то я думала, что у меня из-за тебя тоже голова заболит. Гаррет, чё ты здесь трёшься? Это не для твоих ушей, пупырчатый. Я Клодин, это роза для тебя. О, спасибо, мне так приятно. О, мой рам. Удал. И это самое, я хотела Мэй как позвонить, но думаю, она такая нервная, не хочу ее крики слышать. Что там с Ромой-то в больнице? Я не знаю, я пришла, а он вырубленный лежит. Я только хотела спросить, как у него все. Так Мэйган меня выкнула оттуда. О, Господи, меня так бесит ее ревность. Порой вообще без повода ревнует. Вот именно что. Я не знаю, что такое. Ладно, будем ее ждать. Пошла я быстро спать, типа меня не было. Давай. Как же мне надоело. Я хочу лето. Постоянный холод. Я постоянно хожу в свитере. Это просто невозможно. Еще из-за этого ветра у меня постоянный насморк. И это меня тоже бесит. Катя, а Валюха-то где? У них суд сегодня. Серьезно? Ничего себе. Да, там вообще они до суда довели. Ой, смотри, там Максим Олегович с будущей женой. Ничего себе, красотка. Ну, гуляй. Че, смотри, какие у нее ноги длинные. Коль, нам надо подойти к нему, чтобы поговорить насчет нашей комнаты. А, точняк, комната, надо поговорить. Максим Олегович, мы вас так долго искали. Да, очень долго. Короче, у нас такое дело, нам бы комнату выделить на четверых. Да, там Тиффани не может никак до вас дозвониться, она хотела ее снять на свое имя. Да-да-да, там у нее дочка приехала, там все дела. Да, и мы с ней хотели заселиться. Коля, Валя, Малышева, Стюарт, я не знаю, и я. И я. Я тебя первым звала. А, да? Ну, в общем, вот, мы хотим заселиться там. Да. Ну, да, я прошу прощения, был весь в семейных делах. У вас есть номер этой Тиффани? Да, конечно. У Кати все есть. Да, можете мне сейчас дать номер Тиффани, я сам с ней свяжусь и уж решу все дела с этой комнатой. Хорошо, спасибо.
Во, мы нашли ее. Алочка. Громить кухню. Я тебя совсем не узнаю. Что с тобой происходит? Мы тебя по всему комплексу ловим. Я не знаю, как вам это рассказать. Боюсь обидеть. Да ладно, рассказывай уж давай. В общем, я не хочу устраивать свой день рождения. Вы стараетесь для меня, устраиваете вечеринки каждый год, а я... Нет, ну мне, конечно, безумно приятно, что вы делаете для меня, но я вот хочу уехать к любимому и провести с ним пару дней, а также и свой день рождения. Господи, напугала! Ну и ладно, зато когда вернешься, соберешь все-все-все подарки. Спасибо, девчонки, за понимание. Пусечка моя! Уилден. Привет. Ой, Эми, привет. Познакомишь? Простолюдинка, слушай и запоминай. Я его девушка. О, я тогда это, мешать не буду. Вы поган. Бряна. Что это было? Мы ведь расстались. Нет. Мы с тобой только поссорились слегка. О разрыве нашем не было и речи. Хэля, как ты? Ужасно, Риц. Мы там чуть все не погибли, ты понимаешь? И мне до сих пор страшно. Ну, я же с тобой, не переживай. Кстати, я тут тебя спросить хотел. А правда, что пока меня не было, ты с Тони гуляла? Да, но это были случайные встречи. Хелен, ну вы же встречались. Я тебя умоляю, расслабься. Я его не любила никогда. Ладно, верю. Я не могу успокоиться. Хелен, ну я же с тобой, все хорошо. Янка. Что? Привет, Ась. Янка, выручай. Ты же швея. В общем, пришла мне мебель, ну, для ресторана. Она вся из разного дерева. В общем, смотрится просто кошмарно. Хотела тебя попросить сшить чехлы там, скатерти. Заодно и форму для работников. Я тебе размеры пришлю. Ну, так что... мне не сложно, конечно. Отлично, все, тогда жди смс-кой размеры. Пока-пока. Издеваешься, и ты туда же. Ну, Кейти. Что, ну, Кейти? Дурдом, она сначала из брата деньги тянет, теперь из себя. Слушай, ты понимаешь то, что если ты опять будешь безвозмездно всем все раздавать, ты понимаешь, что с твоим ателье опять будет? Да все я прекрасно понимаю. Возьму я с нее деньги, Кейти. Огромные возьми. А я брату скажу, чтобы не смел оплачивать. Хорошо. Так, Света, мне звонил Максим. Нашли, значит, комнату. Так что ты можешь спокойненько собрать вещи и переезжать. Ой, мама, ты так клёво. И своей шатропе тоже там скажи. И чтобы я их не видела, когда я буду заходить там к тебе навещать или там еще что-нибудь. Мама, почему ты такая нервная? Я? Я не нервная, я спокойная. Ну, просто ты в тот раз так поздно пришла домой после магазина, и с тех пор ты нервничаешь. Все, манатки собрала и свалила. Ну вот, темнейшество опять нет на месте. Джессика... Привет, Фемра. Я хотела бы у тебя спросить кое-что. Что? Почему ты мне не помогла тогда с войнами? Извини меня, конечно, но я пыталась содержать Венеру. Но им все равно удалось ее украсть. Вот черт. Их было так много. Да, я знаю. Чего это они все решили так
ее и прийти спасать. Я не думала, что они так быстро найдут дорогу. Может, они запомнили, как ты их вела? Это невозможно. Я вела их кругами и запутывала. Тогда это очень и очень странно. Они не могли сами дорогу найти. Вот-вот. Джейкоб, ты же знаешь, что Ася открыла свой ресторан? Так вот, у меня так мало мест теперь, где я могу играть. И я даже не знаю, как ее попросить, или вообще стоит ли мне спрашивать. Я хотела бы играть в ее ресторане. Как бы живая классическая музыка. И он будет хорошо разрекламирован, потому что у нее парень Тони. Ну, я вот даже не знаю, что мне делать. Она же твоя лучшая подруга. Ну, это-то да, но все равно у меня какая-то боязнь. Ну, лучше ты поговоришь с Асей, чем я попрошу через Тони. Да, нужно попробовать. Предлагаю тебе последний раз, да? Вот черт. Как же она смогла сбежать? Нужно быстрее сообщить темнейшеству. Вот, видишь, один раз стоило тебе себя перебороть, и он же с нами погулял, увидел эти фотки. Ты видела его взгляд, как он смотрел на них? Да, я-то видела, но только я не слышала, чтобы они разругались. Ну ты подожди немного, не все ж сразу. Ой, да, надо будет еще раз его гулять позвать. Думаю, это будет легче, чем обычно. Вот именно. Нам бы мяч надо купить. Нет-то. И поле забить, а то эти мелкие просто задрали. Ребята, 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 вы знаете, что Нита? Ладно, чтобы это так странно не смотрелось, Вадим хотел рассказать мою тайну. Упс, что я не умею плавать. Оу. Надеюсь, дело очень важное. Отвлекли, у меня через пару минут суд. Вы же, Василиса Андреевна, которая с Максимом там договор составляли о комплексе. Ну да. Я просто хотела сказать, что по вашему договору, если Максим женится, то это все, весь комплекс перейдет к нему. Его невозможно будет выкупить и так далее. Ай, давайте быстрее, чего вы мне пересказываете? Это все, я и так все прекрасно знаю. В общем, Максим женится. Что? Как? На ком? Так быстро? Я сама в шоке. И у меня есть предложение, Василиса Андреевна, отнять у него все, так как нам с мужем это невыгодно, да и вам тоже. Вы ведь не так планировали? Давайте я сейчас своими делами разберусь, а потом с вами созвонимся. Созвонимся. Да, я вам оставлю свой телефон. И тогда мы с вами все решим. Так? Да. Меган. Рома. Боже мой, как же ты меня напугал. Ярик, ты чего? Марго, мне приснилась та самая Юля. Ее не существует, Ярик, расслабься, все хорошо. Что мне делать? Девки, звонить маме или нет? Страшно что-то. Конечно, звонить. Если ты не будешь звонить, только хуже станет. Коля еще сказал, что какой-то сюрприз меня ждет. А что я ей скажу? Даже не знаю. Скажи, маман, мы все это время гуляли, когда ты мне звонила, и я просрала свою зарядку. Мне только недавно девки купили, вот я зарядила. Маман, не ругайся. Ладно, попробую я. Держите за меня кулачки, что ли?
Боже мой, что за хрень? Арина, это полная жопа. Я понимаю, она одна нас всех уложила. Ты еще как? Откуда? Как она может? Да блин, что, Полночь была права, что ли, получается? Да, у нее все наши силы сразу. Получается, чем нас больше, тем она сильнее. Да, как и сказала, это драная хрень. Что нам делать-то? Как нам теперь ее убирать-то? Вот мне тоже интересно. Раньше мы как-то с двумя ведьмами легко справились, а тут она одна. Она даже наши силы знает лучше, чем мы. Да, это меня тоже пугает. Девочки, беда! Наша книжка пропала! Ее кто-то спер! Я так надеюсь, что она у вас или у Пусики Доллс, потому что если нет, это крантец! Магическая защита была снята! Да она же у вас под супер-пупер защитой была, не то, что там у нас! Как вы могли ее просто так там оставить? Могли бы и спрятать! Как эта защита была снята? Ну охренеть просто! Одно счастье за другим. То Полину сперли, то нас избили, теперь еще и книжку сперли. Уже была у Пусики Доллс, и у вас ее тоже нет. Это очень плохо. Полночь! Я поговорила. Девочки, вы что так орали-то? Ничего. Кэти, может, мы с тобой сходим на наше место? Вы такие милые! Давай, Дона! Forever.